начала кричать на всю поликлинику, что она коронавирусная. Вот вы представляете, вот мы сидим в очереди, и она говорит, я пришла с заболеванием. Если вы меня не пропустите, вы все заболеете. Туфта натуральная. Весною было людей дуже мало больних, а зараз через одного. Коронавирус есть коронавирус. Просто власть нас дебільна, вот и все. И вони лежали в інтасані на у реанімації. Так, и подключенный ИВЛ был, ШВЛ. Я считаю, что как такового его заболевания нет, это обычная простуда. День не попил, и у меня 39. Я думаю, что это фуфло. Близька мені людина захворіла в дуже тяжкому стані, була не тут, в Києві, спасали життя. Було підтвердження. Тобто ходимо, грубо говоря, по лезвию ножа. Вітаю! Це програма стосується нас на каналі Южненського телебачення. Вже майже 9 місяців, як в життя южненців і всієї України увійшов підступний ковід, карантин, маски. Наша знімальна група сьогодні вирішила дізнатися, чи змінилася думка южненців про цю хворобу за цей час. Чи знають южненці, що робити, коли є ознаки ковіду? Чи знають вони людей, які перехворіли? Давайте дивитися, адже це стосується нас. Я понимаю, что действительно болезнь серьезная, и люди действительно заболевают, и есть смертельные случаи даже среди знакомых, ну, которых косвенно когда-то знал. Но есть и другой аспект в этом всем, да, вот бизнес. Что-то запретили, что-то не запретили. И это все, ну, отрицательно влияет на нас, на жителей, и вообще на... То есть сейчас вот сделали карантин выходного дня, даже в тех областях, где он совершенно не нужен был. Элементарный парикмахерский, нет скопления людей. А карантин есть, налогов не сняли, а выходные дни все знают прекрасно, что это 100%, то есть выходные дни прибыли гораздо больше, чем среди недели, когда работаешь. Соответственно, никаких поблажек от нашего правительства мы не видим в этом смысле. Очень неприятная ситуация. Скажи, будь ласка, чи доводилося вам в цей час звертатися до сімейного лікаря? Чи ви ходили в поліклініку, чи телефонували? Сам, слава Богу, нет, не заболел. А, ну, от знакомые, да, то есть обращались. И такие случаи вот были у нас даже в школе, где заболел человек, позвонил доктору в пятницу, в субботу ему назначили прием. Ну, когда он перезвонил в пятницу, ему на субботу, на понедельник назначили прием. То есть в субботу он смотрит, что у него все ковидные показатели идут, то есть пропало обоняние, пропал вкус. И, то есть перезвонил доктору, доктор назначил тогда прием после обеда уже. То есть я так понимаю, что наши больницы загружены. То есть когда он пришел на прием, ему только аж на пятницу назначили на ковид тест сделать. Пока пришел результат теста, никаких карантинных мер ни ему, членов его семьи, то есть серьезных предпринято не было. То есть, да, он заболел, он с температурой лежит, но все члены его семьи, всех, с кем он находился в контакте, продолжали работать. А это, извините меня, учителя в школе. И, ну, слава богу, они не заразились и никого не принесли эту больницу в школу. И эти дети потом не принесли это... А у цього вашого знайомого підтвердилося, так? Так, було підтвердження, так, ковід. Тобто ходимо, грубо говоря, по лезвию ножа, і міри серйозні не підприймаються. Просто якийсь популізм, на самом деле. Чи ви знаєте, що потрібно робити, коли є ознаки от захворювання саме ковідного? Що потрібно робити, ви знаєте? Ну, звісно, дзвонити доктору. То есть предупредить всех, с кем контактировал в последнее время. Это разумеется, чтобы предупредить распространение болезни. Да. От якби ви були на місці уряду, яких би ви вжили заходів, щоб якось зупинити цю хворобу, зупинити розповсюдження? По большому счету, если бы даже элементарно наладилось все в работу в поликлинике, в наших больницах, да, то есть у нас сегодняшний день наша больница есть, но госпитализировать ее нельзя, потому что на это выделили отдельные больницы, которые не находятся в Южном, а находятся в Одессе. То есть наладить, нормально отладить работу тех, кто берет анализы, то есть, соответственно, если это будет за 1-2 дня приниматься решение, и все контактирующие лица тоже будут уходить на самоизоляцию, что должно быть предусмотрено урядом для того, чтобы... То есть людей надо элементарно выводить на больничные. Они не имеют права никуда уйти, пока нет подтверждения. То есть это уже бы серьезно бы снизило
уровень заболеваемости. Изменилась, это туфта натуральная. А чему вы так думаете? Потому что я думаю, что из 100% заболеваемости только 5% коронавирус. Это наше правительство гонит под определенные свои цели. А цели эти будем видеть. Вакцинация, тратотация, разорение, продажа земли и всего на свете. Я говорю только плохо. Добре, дякую за вашу думку. Звичайно, це ваша думка. Скажіть, це моя думка. Чи за цей час вам доводилося звертатися до міської поліклініки? Чи ви телефонували сімейному лікарю? Чи приходили? Ви знаєте, у мене був такий інцидент. Я дзвонила к вам на... От ви знали, к кому обратитися. Дзвонила к вам на телестудію. У мене заболів зуб. Я обратилась к врачу в поліклініку, тому що не маю можливості йти в частні клініки. И с меня взяли на ровном месте за один пломбированный зуб 350 гривен. Я возмутилась. Мне отправили в частную клинику и сказали: «А что такое?» Я говорю: «А вы идите, посмотрите расценки частной клиники». Я говорю: «Я же не туда пришла, я пришла в поликлинику». Позвонила в МИК, так сказать, пожаловалась. Ждала реакцию. Ничего. Так же работает мародерша натуральная. Вот это мы допускаем в нашем городе. Натуральное мародерство. Это весной еще было. Вот и все. А чи до сімейного лікаря ви не... Нет, не обращаться не буду. А потому что смысл какой? Какой смысл? Зачем обращаться? В очередях сидеть? В очередях сидеть и действительно заболеть? Я могу заболеть, но чуть простыла и все. Все остальное нет. Маску не надо носить. Она вредна для здоровья. Уже доказано даже мост, на который наши рассчитывают и прислушиваются. Ну. А як ви ставитесь до цих заборонних заходів, що уряд вживає? Які ви заходи вживали? Не ті заходи, не ті. Всі гроші розокрали, які в фонді коронавірусу були, а тепер вони, значить, відігруються на звичайних трудящихся. А жити за що будуть люди? Люди за що будуть жити? Зараз я думаю, що зараз не коронавірус, в основному, мабуть, простуда. Іде горло, от таке, трахеї. А саме до ковіду, як ви ставились тоді і зараз? Я тоді сама проболіла, але не знала, що це коронавірус. А от зараз я остерігаюсь, ну, вроді нічого. Весною він був безполезний, цей карантин. Зараз вже більше, що вроді би якби людей болеють. Ну, все равно більше паніки, я вважаю. Я вважаю, що як такового його заболівання, ні, це звичайна простуда. Моє мнение таке. Чи ви за цей час не зверталися до міської поліклініки, чи до сімейного лікаря, чи телефонували? Ні. По поводу болезни? Ні. Ну, ви зараз більше в телефонному режимі, лікарі приймають. Ні, не зверталася. А немає у вас знайомих, може, когось, хто, не дай Боже, перехворів? Ні. Нету таких у мене знайомих. Весною, напевно, не так люди боялися. От зараз, так. Да. Зараз, мені кажеться... Зараз треба більше себе захищати якось, не знаю, маски носити і взагалі остерігатися цього. Чи доводилося вам за цей час звертатись до сімейного лікаря? Ні. До поліклініки не ходили? Ні, весною, ні зараз. Бо зараз ми якби в телефонному режимі більше працюють, чи це зручно, чи ні? Ні разу не було, слава Богу. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як діяти, якщо є ознаки ковіду? Що людина має робити? Ну, звернутися, напевно, до свого сімейного лікаря. Отак думаю. А там уже далі самоізоляція, ні з ким не спілкуватися. Напевно, так. Болінь все-таки существує, що її потрібно опасатися, держати дистанцію, носити маски обов'язково в общественних містах. Ну і беречь особливо своїх родителей, пожилих людей. Ну, остерігатися, в общем, нужно, потому что болезнь действительно есть. Тобто весною якось ви... Ну, более так, были легко настроены, можно сказать. Каждому задавали вопросы, есть ли среди знакомых заболевшие, а сейчас уже действительно есть и среди друзей. И в Южном много болеет, поэтому нужно бояться. И лучше все эти засоби сохранять. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам за цей час відвідувати міську поліклініку, чи звертатись до сімейного лікаря? Да, ну, не по этой причине, но вообще всякие другие заболевания остаются, и нужно
то к стоматологу, то з ребенком, поэтому... До сімейного лікаря зверталися, ходили чи телефоном? Ну, взагалі, да, зараз стараємося з ребенком спочатку по телефону обращаться, а потім вже йти в поліклініку по необхідності, якщо остра дійсно необхідність. Чи це зручно телефоном? Звісно, і очередь електронна появилась, все одно удобно, сервіс все-таки починає працювати в нашій країні. Ви знаєте, я вірю в Ісуса Христа, в Бога, я знаю, що все під його контролем, тому я не боюсь коронавірусу. Та нічого не змінилось. Грипа – вирус, тоже вирус. Коронавирус – тоже вирус. Разница только в том, что это более новое, это более старое. Разновидность всего лишь. И скорее всего, что все должны переболеть аналогично гриппу. И никуда мы, к сожалению, от этого не денемся, как бы мы ни прятались. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам в цей час звертатися до сімейного лікаря в поліклініку? Чи ви дзвонили, чи приходили? Да, приходилось, но не по вірусу, а по моєму заболіванню, так як я маю інвалідність, мені приходиться іноді по своєму основному заболіванню обращатися. Люди многие сидят и не защищаются. Они сидят, даже одевают маски, и при этом, когда ему нужно кашлянуть, извините, он делает не в маску, он ее снимает и кашляет при этом, понимаете? Хорошо, маска тоже ничего не дает, но в то же время вы хотя бы смотрите визуально, что человек не на вас это делает. Садятся очень близко, общаются, поэтому, как говорится, при делании замечания это все происходит абсолютно безразлично, понимаете, абсолютно не хотят, даже не хотят об этом задумываться, понимаете. Тем более, что в поликлинике, вот мы смотрим, что много пожилых людей, много маленьких деточек, которые маленькие деточки бегают возле этих же пожилых людей, которые все это делают. Точно так же они не защищены, маленькие детки, эти ручками своими все они трогают. Поэтому я считаю, что немножко не продумано при этом коронавирусе проблема решения заболевания и людей, заболевших, которые сидят в поликлинике. Очереди и с детками. Сделать детский день отдельно, чтобы детки отдельно да, от всех взрослых. Но отдельно, все равно они идут в тот же день. И не все хватает. И врачам не хватает, они принять. Бедные. Вот у нас мы пришли к нашему врачу, она на два этих самых, как говорится, один врач заболел, другой заболел, и людей, конечно же, много. И не успевают пойти пообедать, и не успевают ничего. Они бедняги работают, я вообще не знаю, как они там выживают, сидят это самое. И точно так же общаются с такими же, как мы, вроде бы не болевшими и ничего, но каждый человек человеку рознь. Один как-то старается спокойно, другие приходят наоборот, чтобы просто поговорить. Вот у меня что-то там случилось, и они вот этим вот и делают, создают вот эти вот все. Многие были случаи, мы пришли с мужем по его болезни, пришла женщина, потому что не захотела сидеть в очереди. Она начала кричать на всю поликлинику, что она коронавирусная. Вот вы представляете, вот мы сидим в очереди, и она говорит, я пришла с заболеванием. Если вы меня не пропустите, вы все заболеете. Одни воспринимают это как, ну, знаете, как посмотришь на человека немножко не в себе. Другие это воспринимают, что иди знай, потому что она при этом и кашляет, и всем сообщает о том, что она та самая. Поэтому немножко нужно в этой области, мне кажется, навести порядочек чуть-чуть как-то это. А так, стараемся, что делать? Воздух и все, и вперед. Я не могу ничего на эту тему сказать, потому что у нас оглашение слабое. Не говорят, и заходишь там, допустим, на сайт, смотришь, там ничего такого толкового нет. И много путают коронавирус с простым воспалением легким. Вот. Это трудно определить и трудно сказать. У каких вот тяжелые положения, допустим, да, согласен, но у которых легкое, они могут спокойно себе там своими методами лечиться дома. Вот. Но приходят в клинику, начинают там рассказывать врачу, там сразу паника. Опа, температура, у вас легкие, все прочее, начинается. Я не знаю, это трудный ответ. Вообще пользуемся масками, ходим. У нас пока город, слава богу, спокойненький такой, напротив Одессы, куда, нормально. Люди более-менее ответственные такие. Ну, есть, конечно, недостатки, ну. Чи доводилося вам в цей час звертатися до сімейного лікаря? Чи ви телефонували, чи приходили до поліклініки? Ну, в данном случае, тут я не пользуюсь пока семейным. Но есть случаи, когда я хожу к нему, советую, болела спина у меня, допустим, болела. Но я ходил, советовался, она лечила, давала советы и все прочее. В Южном мы более чувствовали себя спокойно, честно слово, врать не буду. Было как-то, ну, нормально все, потому что считали, что, ну, более, как не могу выразиться,
Да и сейчас особого такого волнения нет, но вот, в другой раз чего-то наслушаешься разных вот этих вот, что вот этих путаний разных, с воспалением легких простым. И куда ложат, какими диагнозами ложат. Небольшая тревога есть, конечно, на любую тему. Конечно, небольшая тревога есть. Нужно беспокоиться, нужно носить маски. И будет нормально все. Можно, все можно. Буквально люди в магазинах стоят, пожалуйста, через метр-полтора. Это железно, и не ругается никто. Вот. Ответственность чувствует. И за детей, и за себя, и за всех. Одинаково думаю. Не змінилася ваша думка? Нет. А чому? Що ви думали про це? А що я можу про нього думати? Вірус є вірус. Що це про нього думати? То, що наше государство нічого не робить, то взагалі тільки дурістю мається. Це другий вопрос. А так. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам звертатись до сімейного лікаря в цей час? Чи телефонували, чи ходили в поліклініку? Я в поліклініку ходжу ежемісячно, я діабетчик. Один раз заходив до сімейного. Ну так, нормально. Ви ходили чи дзвонили по телефону? Ходив. Ходив. Так що таке? Коронавірус є коронавірус. Просто власть у нас дебільна, от і все. Ні, не змінилося. Навпаки, стан погіршився на Україні, тому треба більше до цього уважніше ставитися. Одягати маски, використовувати антисептики – це дуже важливо зараз. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам за цей час просто звертатися до сімейного лікаря? Ходити до поліклініки або телефонували сімейному лікарю? Так, доводилося. Я дзвонила сімейному лікарю, вона сказала оставатися вдома і приймати ліки, антибіотики. Я залишалася вдома 5 днів, хворіла, а потім мені стало краще. Я пішла до поліклініки і мені закрили больничний лист. Як вам ця форма роботи? Телефоном зручно консультуватися було з лікарем, спілкуватися? Так, дуже зручно. Це мені дуже сподобалося, що не треба було йти в поліклініку, стояти з температурою в черзі. Це дуже на довірі і все прекрасно. Мені дуже сподобалося, що дійсно в мене була температура, дуже поганий стан. І йти у цей час в поліклініку і наражати на небезпеку, ще людей заражати. А так вона в телефонному режимі все мене спитала, назначила ліки і все прекрасно. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, що потрібно робити, якщо є ознаки ковіду у людини? Ну так, звернутися до лікаря, вона на подальші кроки буде вже консультувати, що робити далі. Хтось може з знайомих, когось знаєте, хто вже хворів? Так, хворів дуже у нас на роботі в порту, я ще в порту працюю. Дуже важкий перебіг стану був, перебіг хвороби, і вони лежали в інтасані на у реанімації, так, і підключений ІВЛ був, ШВЛ. От, ну, слава Богу, вже всі виздоровили, всі живі-здорові завдяки професійним діям лікарів. Все завершилось добре. Зараз, якщо чоловік заболів коронавірусом, йому краще вдома лічитися, а потім звертаєшся до сімейних лікарів, во-первых, всі переболіли, так? Їх нету, вони в лікарнях. Вот. А потім звертаєшся до врача, він тебе вже не по коронавірусу долечує, а там по болезни горла или чего-то такого, да. И так многие делают. А в больницах мест нету. Вот. Так что... А от як ви ставились до цього захворювання весною? Що ви про це думали? І от зараз? Чи змінилось ваше ставлення? Ні, ну, это ж ми бачили на примерах болезни в Італії, в Китаї, вот, що це серйозна болезнь. Вот. И я, например, переболел ей, так, то 2 недели это было тяжело, потому что там лекарство, ну, лекарство, в принципе, уже какое-то программа уже намечает или
как она называется, план болезни есть уже, так? Они, во-первых, сбивают температуру. Вот я вот на таком лекарстве посидел неделю приблизительно, оно сбивает почти что до нормы, а потом через 4 часа начинает повышаться. И по 2 таблетки пил неделю, думаю, ну сколько же можно? Думаю, я не буду пить. А потом, значит, день не попил, и у меня 39. Так? И тогда я пошел, сказал в аптеке, дайте мне что-нибудь, что лечит. И они мне дали. Вот. Оно, правда, около 500 гривен стоит. Вот. И антибиотик тоже, если это самое. Вот антибиотик и вот это лекарство, ну, оно... Непонятно, лечила, не лечила, но получается так, неделю пропил, вот. Потом уже когда кончилось, вот, внезапно я чувствую, что все остановилось, и внезапно ты вроде уже это сам можешь отказаться от лекарства. Я отказался, смотрю, температура уже не это самое. А ви зверталися до лікаря сімейного, коли захворіли? Да нет, у нас же переболели семейные лекари, и у меня жена работает в аптеке, там они все больные ходят, но непонятно с чем, кашляют, вот, признаки коронавируса, конечно, но все долечиваются, работая даже на ногах, вот. Ну, некоторые берут больничные, но они уже не по коронавирусу. А вы сдавали тест сами на коронавирус? Не, а зачем сдавать? Тест, наверное, тоже проблема какая-то сдавать. Просто сами лекувались, так? Сам лековался, да. Вот сам лековался. Но у меня не было вот по легким. Вот, у меня просто температура и состояние. Ну, и покашливание, конечно. Вот. Вот такое состояние, оно не легкое, как сейчас. Вот. Ну, мне уже за 80 лет. Вот. Но, значит, оно, конечно, морально давит человека. А если еще лекарствами не пользоваться, тогда можно и загнуться. Я думаю, что это фуфло. Почему вы так думаете? Скажите, почему? Цикав? Ну, а что я... Это надо спросить у премьера. Надо у Зеленского спросить. В крайнем случае. Это опасно очень, конечно, опасно. Надо себя оберегать и своих близких. Чи ви в цей час зверталися до сімейного лікаря? Чи ходили в поліклініку? Чи... По этой причине нет. Взагалі? Взагалі, да, обращались. Телефоном чи приходили? По телефону обращались, да. Ну, по другой причине обращались. Чи зручно от телефоном консультуватися? Безусловно. Очень удобно. Очень. А чому? Що саме тут? А где ходить? Где ходить? В очередях сидеть? Нет, это очень удобно пока что так. У меня до этой болезни всегда отрицательное отношение. Любой вирусной инфекции. Тем более я с этим работаю и разбираюсь очень хорошо. Любая вирусная инфекция, конечно, разрушение это здоровья человека и снижение иммунитета. Но... Четко надо следовать рекомендациям. Вот. Носить обязательно. Держать расстояние между людьми. И, конечно, обязательно пить поддерживающие препараты. Есть массу поддерживающих препаратов в аптеке, антивирусных. И они не разрушающие. Все на природных составляющих. Они очень мощно поднимут иммунитет людям. И они, даже если заболеют коронавирусной инфекцией, то они ее перенесут с легкостью. А вообще желательно, чтобы ее вообще не было. Скажите, пожалуйста, чи доводилось вам ходить до поликлиники, звертатись до семейного лікаря, чи телефонували, Нет. Може? Дело в том, что я сама занимаюсь разработками и своими, и людям рекомендую много чего, я знаю. Поэтому... Понимаете, вам нежелательно дать мою информацию, потому что я к врачу давно не обращаюсь. Ну, это ваша думка, это интересно. Скажите, пожалуйста. Ну, я защитила кандидатскую, сама занимаюсь, поэтому я в этой области очень много разбираюсь.
Но хочется, конечно, чтобы это, что у людей это самое выработался иммунитет. И желательно, чтобы они соблюдали то, что идет рекомендация свыше. Обязательно. Просто нужно снизить количество заболеваемостей. А если выполнять рекомендации, то можно не допустить распространения коронавируса. Ну, коронавирус, что коронавирус? Не это первая инфекция. Впереди еще много инфекций, когда идет таяние льда. Это с прошлых веков выявляется инфекция вирусная. К ней нужно относиться, ну, как вам сказать, соблюдать все. Ні, не змінилося. Як я вважаю, що потрібно захищатися і дбати про своє здоров'я. Чи доводилось вам у цей час звертатись до сімейних лікарів? Чи ви телефонували, чи ходили до поліклініки? Так, зверталися, дуже добре реагують і дають консультацію онлайн. Ну, чи це зручно? Зручно. І навесні в мене таке було настороження. А на жаль, так, близька мені людина захворіла в дуже тяжкому стані, була не тут, в Києві, спасали життя. І прийшло розуміння того, що це дуже підла хвороба, дуже небезпечна для життя. І коли стан, коли життя йде на часи, то це зовсім. Я не розумію людей, які вбачають в цьому всесвітній зговор, що це щось таке придумане, надумане, штучно. Ні, це дуже страшна річ. Так що, вибачте. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, що потрібно робити, коли є якісь прояви хвороби? Що людина от має робити? Ну, перш за все, звернутися до сімейного лікаря. Але, звісно, у всьому світі немає єдиного протоколу щодо лікування цієї хвороби. І лікарі, які безпосередньо зайняті лікуванням хворих, вони методом таким от пальцем в небо, але щоб попасти. От, дуже спірних питань, які радикально відрізняються від позиції одного лікаря і іншого. Хтось настоює на антибіотиках, хтось категорично ні, тому що це треба знати всі оці біохімічні процеси, які відбуваються в організмі. Вам особисто доводилося в цей час звертатися в поліклініку з будь-якого приводу? До сімейного лікаря, чи дзвонити, чи приходити? Богомилово. Просто консультація, але не безпосередня. Ну, ви вважаєте це зручно телефоном, якщо лікар ставить діагноз, там назначає... А іншого вибору немає, тому що треба жаліти лікарів, які з головою зайняті. І якісь рекомендації дають, звісно, дають рекомендації.